Привет, друзья! Вы на канале Hard Reset Info, и в этом видеоролике мы вам покажем, как узнать свой номер телефона у оператора МТС Украина или же Vodafone. Для того, чтобы это сделать, нам понадобится код 100-161, решетка. Где же его вписывать? Вписываем мы его в том же месте, где обычно вписываем номера телефонов, которым звоним. То есть запоминаем код, звездочка 161, решетка. Заходим в телефон, открываем клавиатуру и вписываем данный код, звездочка 161, решетка. И нажимаем на вызов. После чего у меня выскакивает надпись, что мобильная сеть недоступна. У вас же здесь выскочит ваш номер телефона. Я вижу такую надпись из-за того, что в данный момент в моем устройстве нет никакой сим-карты. Вы тут увидите свой номер, который вы сможете скопировать, записать себе или продиктовать кому-то. На этом все. Если у вас остались какие-то вопросы, то вы можете писать их в комментариях. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Пока.